Давай, 140. Пехота, быстро к нашей бэхе подошли, сгруппировались по фронту от нее. Возьми. Противника не подпускаем. И глушись. Танк вижу, где бэха. Бэха, заведи сразу. Заведись, по приколу. Услышали? Нету. Слышишь, отработ... Отработ, она жива! Вон она, ебашит, прям по нам. Чу-чу-чу. Зуха, Зуха, где? Да, я трассировки не вижу. Куда-то бэха бьет. Так, окей, мы танк ищем. Они, наверное, оффроуд спалили, а Зушка-то она отдельно говорит. Походу, оценник пиздили получил. А так, попадание по вражескому танку, но он, ему насрать. По нам. Серьезно? Ты кумулятивами или ПКС? Я бронебойными. А, понятно. Кумулятивами попробуй. Он вообще просто уехал? Он, я первый раз ему попал по мехводу. И нифига ему, да? Да. И он уехал. Или он стоит? Я не знаю, он куда-то уехал, то я через кусты пальну. Со стороны черного дыма у них. Не-не-не, стой. И что там такое? Она почему-то, походу, там, видим, пикап сожгли. Даже еще ниже проедь. Давай. Да, это, зажми, я тебе скажу, как остановиться. Все, стой. Может, нам левее? Чуть повыше, давай. Чуть-чуть. И торпу, стой. Не-не-не, пониже сильно взял. Ты ищешь дырку между кроной. Я знаю, нет, я ищу так, чтобы просто у нас башня торчевая. Позади, бэхи. Его, наверное, сдохнет. Ну, вы там как-нибудь сориентируетесь? Пехоту пошлите куда-нибудь? Или там сидите, танк попробует пожечь что-нибудь? Вражеский танк уничтожен или еще нет? По танку попадание было, но ему насрать. Короче, БМП Чарли, сейчас поедем по восточному краю зоны. Может быть, удастся увидеть эту Зуху еще раз. Давай. А я так понял, оффроуд сгорел, а Зуха целая. Альфа жива? Альфа жива, у нас тут противник задержал, метки на него стоят. Уходим восточнее, пытаясь подойти максимально близко к городу. Понял, вы по нему работаете, не выходите, да? На поле. Зачем вы на поле выпекаете? Вас видно с домов. Парни, к бэхе метнись, пожалуйста, но мы здесь в низину вылезаем, в которой вообще противник может подниматься. Тут идея, короче, появилась. Ой, сейчас фугасом тут пальну между домов. Жизнь медом не казалось. Это наш стреляет. Это я. Низина видно? Ну так, короче, передний домик. Поедем. Кошмарим. Пехота, смотрите, с востока идет прям до зоны плотная зеленка низиной. Можете по ней пройти. А пехота еще жива? Аркадий жив. Только Аркадий? РВК тоже. Визер жив. Дроздов жив. Вы можете к бэхе подойти и потом пройти на юг к зоне? Я не могу, я далеко впереди. Левик, черный подъедем? Да, я думаю, что да. Я давай. Рядышком, РВК рядом, сейчас пройдусь, посмотрю. Угу. Едь. Я карту закрывал.
Прям чуть ли не до границы доезжай. Ну нам главное не залипнуть, там танк залипнет. Рога, ты сейчас рядом с БХ. Там выезжать сложно будет. Стой. Зачем вы прям поле пикаете? Маша видно. А вот горит, что-то горит, это самолет горит, что это? Да. А, непонятно, у него было попадание, но он уехал и там больше не знаю. Стой, назад. В низинке оставайся, вот так, да. Да, но нам не надо ее всю брать. Не, Паш, не выпись. Я смотрю, чтобы трассер увидеть, если что, в сторону. У меня же нет кругового обзора. По пехоте по нашей случайно не будешь работать? Не, по домику. Наблюдатель пошел. Самолет, конечно, сгорел очень странно. Пилоты, блин. А я даже знаю, как он. Он пытался выйти из пике. Экран тут потемнел и все. А, чё там кто-нибудь до Чарли доехать? Давай, я короче. Не знаю, даже. А домик умер, я не знаю, что я вам подхотел. Шмидку Чарли, давай. Ну он вроде пока по зеленке, по этой, по восточной хотел пройти, потом пехоту протащить. Ну, у нас из пехоты только два человека по этой зеленке пойдет, так что. Да, давай домик Чарли. Мы вот что можем сделать. Перед тем, как пехоту туда зайдет, мы сейчас фугасиками можем ее обработать. Нет, что-то тихо вообще, ничего не вижу. Пойду дальше, до дыма пройду. Давай, я следом за тобой. Вы передайте пехоте что-то. Да, по зелёнке, продвигайтесь до конца. Да чё ли делаете? Я уже почти у дома. Ты в зону-то пока не лезь, осматривай, а если чё, с бэхи на воде отработаем. Так, а кто позади бэхи бегает? Это первое, это окна нерабочие. Ты в борт правый смотри, то там танк приедет. Да танк все тут трясется, не прикольно. А нет стабилизации что? Ага. А, здесь нет стабилизации. Да. Вроде же на 72 кг было. Они если прятаться будут, только между домами. Или она такая самая хреновая? Понятия. Чуть вперед проедет заборчик. Ну я у заборчика хотел остановиться. Стой. Может даже чуть назад будет. Куст будет мешать, а может ему вперед проедет. Нормально. Глушись. А, вот дави его. Все, назад. Стой. Ой-ой-ой. Это нормально. Вот это дерево само. Все, глушись. Бать, у меня кончились фугасы, я что-то не смотрел, здесь стоит так мало. Турчики есть. Да, сейчас я дома пообрушаю. Че, у вас там еще много осталось? Все целы. Ну, что мелькает на 11 часов дерева? Дерево. Это шуранский пулемет, да? Да. Да шука. С правой стороны. Танк вы уничтожили, повторите? Нет, танк не уничтожен. Местоположение неизвестно, да? Где-то в городе. Тоже неизвестно. Сейчас дам местоположение примерно его. Надо в зеленку. Я, может, мы на него охоту устроим? Да, я его тоже смотрю, выцеливаю. А, Альфа, вы на берегу всех перебили или там кто-то остался? А, мы не можем понять, кто его убил. А, нет, живы. Еще есть живы. Понял, просто мы хотим на танк пойти охоту устроить, чтобы не напороться на врага еще. Ну вот здесь, в общем, пехота по мелочи. Два человека точно без гранатометов. Понял. На танк примерно метку дал, оттуда нашего человека с пулемета убили. Че, он прям посередине зеленки где-то стоит? Ну да. Ворон, у нас где-то на. Окей. На 220 где-то. Метка не точная, но с той стороны стреляли с пулеметов.
ну, с танка. Понял. 220 на скорость. Тут стой. Заглушить. Лиза, дай впереди дерево. Наша баха ездит. Да. Потерянка нет. Дерево ездит. Дерево ездит. Стой, уйди. Видел пехотинца перед домами, короче, в камнях. У забора. Ощущение, что он где-то стоит, ожидает. Но... Сейчас дам трассу из ПКТ. Скажи, туда или нет. Нет, не туда. Правее, левее, куда? Сейчас скажу. Еще раз дай. Не, не видно. Ну, если ты поставишь метку на себя, мы будем знать хотя бы где ты. Ты звонишь? Ну, примерно на две. Так, а кто на старой позиции Чарли гоняет? Не, так не пойдет. Подумай, кто гоняет. Прием, что за танк стоит в кустах? Да это мы стоим в кустах, это ты подумай сидишь. Да, с биноклем на нас смотришь. Вроде своя форма. Там двое даже. Ворон впереди. На час кто-то ползает, на левую ползает. Впереди, на... Не на час, на 11, на 11, на 11. Еще левее. Еще. Вот. Заборы следующие идут, земляные. Так это наш. Наш? Понял. Я думал, кто там-то гоняет справа. Тут, значит, на нас метку дали? Народ, метки на себе обновите. Наши уже в город ходят. Так подумай, кто на старых позициях? У нас кто-то есть сейчас? Востоке стороны пехотинец наш пробежал дорогу. Да, давай да, подъедем. Здесь опластины. Пойди. В Чарли под лэп никто не сидит. Надо метки, наверное, поставить. Форма-то вроде наша. Вниз, да, надо. Давай, короче, на 170 проедем. Туда, в деревню. Одна зона зачищена, приступайте к другой зоне, Фреза. Прием. Опять заборчик. Может, здесь так не выезжаю? Или даже это, ну, как бы переедет заборчик. Понял. То есть, заглянем. Паша, метку на танк обновили. Куда Понял. Сейчас БМП трассами работает, там Талиб один бродит танк. Если можешь сравнять, там крайний и западный. 220, он задрыг за домами танк. Понял? Да. Так тут принял. Вон, видишь, как он. Так, наверное. Когда останавливаешься, глушись сразу. Это помогает? Че за пуск? Ну, хотя бы это, мы не шумим. Поставил синюю точку на врага, я чуть ниже, чтобы танк, по-моему, Танк, что-то не работаешь. Есть прием, нет? Чего? А я 2 минуты назад просил тебя отработать по Талибу и показывал про серами. Так, я это даже не слушал. Вообще замечательно. Ну, скорее всего, не буду в этом говорить. А РПГшки летают свои, я надеюсь? Убрал Талибоса сам. Ну, окей. Альфа, к вам движение имеет смысл выйти? Ну, а тут... Да, видим тебя. Или с вашей позиции там не накрыть? Он приехал. А в каком направлении? Не знаю, он стоял в городе, мы спрятались. У нас здесь враг был. Ну-ка, давай вперед проедь. Понял.
зону там нас заняли. Там живой, блядь, нас могут ебнуть всякое такое. Мы посередине стоим, если он поедет мимо нас, он точно мы рассечем его движение. Давай тут подойдем. Еще? Да, тут прям в деревья заедите стоим. Ага. Только вот эти можно давить. А, сейчас поставлю. Задавить? Да я могу выехать вперед. Еще? И там как-то техникам смотреть. Еще, еще, да? Стой, стой, стой. А куда смотреть? Синий квадрат над названием города. Не, глушись. Я морду там поворачиваю, она нас пожирнее. Синий код. Альфа под обстрелом чего-то крупного. Ты на кома сел? Понял, но я что-то не вижу. Я где в это смотрю? Первый квадрат защитился тоже дохтом. Чуваки перегоняли, вроде дальше были. Остался один квадрат. Впереди который у нас. Где-то за шкаф вроде стоит. Че, мы же принаглеем? Ворвемся туда? Могу по вашему да запасу. Да я боюсь, что мы сейчас выйдем надо, из этих домов, там будет стоять. Давай смотри куда, а, видишь, 237, короче, там будет дорога. К какому дому сработать? Могу я снести дорогу. На дорогу? Да, если дома наши-то сливы чем-то. Домами прикроемся. А, стой, погоди, так враг-то слева, ё-моё. Да. О, вот там. Стой. Аркадий живой еще здесь? Да. Давайте. Флэр, выйди. А, мы с танком там дальше, правый стрелок, тех, кто стоит. Мы не можем